Коридоры детского отделения районной больницы стали еще красивее. Постаралась медсестра Дина Владимировна, которой пришла идея организовать прямо в отделении выставку детских рисунков, посвященную юбилею Алтайского края. Выставку мы делаем уже не первый год с переходом в детское отделение новой старшей медицинской сестры Дины Владимировны. Она человек у меня вообще талантливый. И появилась эта идея. Первый раз мы сделали такую выставку к Дню медицинского работника. Участвуют все, от мала до велика. Часто в детском творчестве помогают родители. И работники стараются, чтобы детям в больнице было не скучно. Дети у нас активные, мамы активные. Они не только у нас рисуют, и стихи сочиняют. В Дню медицинского работника были стихи, посвященные именно педиатру. Дети с гордостью смотрят на свои рисунки и на работу своих товарищей. А ведь сначала участвовать в выставке стеснялись, но стоило одному нарисовать, и за ним потянулись все. Теперь, когда многих детишек-участников выставки уже выписали, то пришедшие на лечение тоже стараются внести свой вклад, так сказать, на память больницы. Об этой выставке мне сказала медсестра Дина Владимировна. Сказала, чтобы я нарисовала любой рисунок, который я хочу. Но я и захотела, нарисовала розу. Дети рисуют все, что им захочется. Здесь можно увидеть многое. И снеговиков, и природу нашего края, и цветы, и натюрморты. Для них выставка стала прекрасной возможностью скрасить свои серые больничные будни. И здесь теперь даже не пахнет горькими лекарствами. Яркие краски сумели поднять настроение всем на здоровье. Алина Вагнер, Дмитрий Рыхтиков, Дела Благовещенские.